Уральские нефтяники используют современные технологии пожаротушения. Так, на одном из месторождений безопасность компрессорной станции обеспечивает огнетушащее вещество нового поколения. Бесцветная жидкость со слабым запахом при выпуске в помещение превращается в газ. Такая способность позволяет ликвидировать очаги возгорания в течение 10 секунд одновременно в нескольких точках. К тому же сухая вода не вызывает коррозию и не повреждает материалы, чувствительные к влаге. И, что важно, оказывает минимальное воздействие на органы зрения и кожу человека, при этом не разрушает озоновый слой атмосферы.